РМ Амалия. Вот такая прелесть. Сорт не новый, но очень красивый и заслуживает места быть в коллекции. На камере цвет немножко искажен. На самом деле она ближе к бордовому, не красная. Но это нисколько не умаляет ее красоты. Сорт растет в пятерке. Это стандарт. И поэтому, ну, довольно компактный. Особенность розетки – обнимать горшок. Не могу связать это с пересветом. Сейчас сортик растет под лампами Uni-L.